Ну что ж, я хочу, конечно, я хочу что-нибудь прочесть, небольшое такое, но нужно теперь уже, видимо, одевать очки. Сейчас наша страна переживает очень радостный момент. Мне действительно очень понравился новый премьер, и как он сказал, что так тепло и хорошо, что он собирается, значит, восстановить производство и остановить обнищание масс. Этим занимается уже много веков, по-моему, люди. Но мы с удовольствием будем наблюдать. Может быть, ему это удастся. Особенно остановить обнищание масс, конечно. А прежнему премьеру не на что было рассчитывать. Я заметил, что он первый из всех советских председателей Совета Министров произнес слово «отнюдь». Конечно, ему нечего, не на что было рассчитывать. Просто не на что. Ведь безошибочно выбраны два самых интеллигентных человека. Вот еще Козырев, вызывающий. Но я не об этом буду читать, я буду читать совсем о другом. Доктор и больной. Доктор, ну расскажите мне, что вас так тревожит, больной, наша жизнь. Разве вы сумеете мне помочь, доктор? Попробуем. Что именно вас тревожит, больной? Они что, идиоты там наверху? Они что, не понимают? Доктор, седуксен, тазепам, одна таблетка после еды 3 раза в день. Больной, поможет, спасибо. Вот я с дипломом инженера, я перестал понимать, доктор, элениум перед сном. Больной, и я все пойму, доктор, нет, будет лень разбираться. Больной, тогда простой вопрос, где найти кран для сантехника? Доктор, в аптеке по одной штучке. Больной, и что, доктор, и ничего. Больной, а сантехник, доктор, я ему уже выписал. Больной, а, значит, теперь, доктор, вы не нужны друг другу, тем более, что нигде нет этих кранов. Больной, а где же краны? Доктор, еще одну таблетку. Больной, и я их найду? Доктор, немножко поищите перед сном и забудетесь. Больной, а утром, доктор, вы держите под рукой. Еще одну после еды и забудетесь. Больной, я бы хотел забыться до еды. Доктор, толково. Больной, теперь главное, где достать эти таблетки? Доктор, у меня есть 2. Мы с вами примем и не будем об этом думать. Так, значит, это действие происходит в Соединенных Штатах Америки. О том, как мы входим в мировое сообщество, видимо. Значит, действие в Соединенных Штатах Америки, шеф телевидения, переводчик и, видимо, я. Шеф телевидения, давайте читайте ваш юмор, что-нибудь без политики, мы будем переводить. Я. Женщин умных не бывает. Есть прелесть, какие глупенькие, и ужас, какие дуры. Переводчик. Наш друг из Советского Союза утверждает. Что умных женщин не бывает вообще. Бывают не такие умные и очень неумные. Шеф абсолютно, переводчик, да. Но это, конечно, кому как повезет. Ну что же ему так не везло? Ну и что здесь смешного? Переводчик, ну в словосочетании, что умных женщин нет, а есть неумные. Шеф, да. И они там смеются? Он говорит, да. Ну пусть пошутит еще. Я вчера видел раков по 5 рублей, ну большие. А сегодня были по 3 рубля, ну маленькие. Те были большие, но по 5. А эти маленькие, но по 3. Те были вчера, но по 5, ну очень большие. Но вчера, но по 5, ну очень большие. А эти маленькие, но по 3. Но сегодня, ну очень маленькие. А те по 5, ну очень... Так, все, хватит, переводите. Он говорит. Что вчера видел, там такие омары речные, большие. Разве речные омары большие? Он говорит, что видел больших. И их цена была 5 рублей. А сегодня он видел маленьких речных омаров по 3 рубля. И он говорит, что те были по 5 рублей, потому что были большие. Это вчерашние. Да. А сегодняшние по 3 рубля, потому что были маленькие. Да, и что? Вот он и шутит. Что те вчерашние продавались по 5, потому что были большие, а сегодняшние по 3, потому что маленькие.
И что, он говорит, что он там популярен? Он говорит, да. Он один это говорит или еще кто-то говорит? Да нет, наш атташе по культуре просто с пеной у рта. Так, ну-ка, расскажите мне еще раз про этих омаров. Он говорит, что вчера видел омаров по 5 рублей больших, а сегодня по 3 рубля маленьких. Вот он там повторяет, что те были по 5 рублей, потому что были большие, а сегодняшние были по 3, потому что маленькие. Хорошо, а почему вчерашние не были сегодня по 3? Ну, а они, у них вчерашних не бывает, они съедают в тот же день. Значит, если я его правильно понял, он говорит, что вчера видел больших по 5, потому что большие, а сегодня по 3, потому что маленькие. Да. И они там смеются. Он говорит, да, очень. Буш правильно проиграл эти выборы. Я не вижу толку в помощи этой стране. Мы спускаем миллиарды, они не знают, что такое рынок. Смеяться над тем, что большие омары по 5 рублей, а маленькие по 3? Они понятия не имеют о купле-продаже. Это сумасшедший дом. Спросите им, что, выдавали этих омаров на пайки? Простите, вам выдавали этих омаров на пайки? Простите меня, это NBC или сумасшедший дом? Что он говорит? Он говорит, что здесь сумасшедший дом. У нас. Так, спросите, у него есть какие-нибудь шутки о сталинских репрессиях? Нет. И что он говорит, что публика смеется на его концертах? Да. И наш атташе смеялся? Да, он сам это видел. У меня нет оснований ему не верить. Он абсолютно без юмора, значит, честный парень. Так, скажите ему спасибо, скажите, что он нам очень помог. Он, конечно, никакой не юморист. Он политик, мы его дадим под рубрикой «Смотрите, кому помогает Америка».